Всем здравствуйте, с вами Екатерина Битякова, инструктор компании Неконагель. Очень рада всех видеть. Сегодня у нас будет тема молочный градиент. Покажу вам несколько способов, как делать. И очень красиво смотрится. Будем еще применять слайдеры. Сделаем и яркий градиент молочный, и также такой приглушенный цвет, темный. Здравствуйте, здравствуйте, девочки, кто присоединяется только что к нам. Давайте, пока все присоединяются, я начну вам делать. Давайте начнем с темного оттенка. Мне очень нравится такой градиент молочный с черным. Может быть, кто-то пробовал, может быть, кто-то нет. Но он глубокий цвет получается, и не прям черный, а ближе к графитовому. Очень красиво смотрится на ногтях. Прям так актуально и современно. Буду использовать Королеву 91, черный цвет. Я буду вам показывать, как на ногтях сразу же делать. Вот у нас наш ноготочек идет. Мы, ну, естественно, сделали маникюр, все подготовили, ногтевую пластину, праймер нанесли. Теперь тонким слоем промазываем базу. Базу я использую Суперфлекс. Она идет пластичная, хорошо держит ногти. Нам выравнивание не надо делать. Это такая, как подложка идет. А сверху мы будем использовать или молочную базу, или молочный гель. Поэтому мы покрываем тонким слоем пластичной базой Суперфлекс. В основном использую Суперфлекс или клубнику. Она хорошо держит все базы, все цвета. Никаких отслоек нету. Тонким слоем прокрасим. А также я нанесу все три типсы, подготовлю для наших градиентов. Промазываю тонким слоем. Только не забывайте обязательно праймер. Если праймер не использовать, у нас будут отслойки. Праймер у нас идет для сцепки натурального для ногтя и искусственного материала. Прошли с тоненьким слоем на ногте. Все, подготовили ногтевую пластину нашу. Если какие-то вопросы будут во время моей работы, вы можете задавать, я буду останавливаться и вам комментировать. Такие градиенты очень легко делать, и вам не заставит труда их сделать. Все, нанесли мы базу тонким слоем подложечку. Теперь я беру черный цвет, повторюсь, использую Королеву 91 и тонким слоем прокрашиваю цвет. Прям тоненьким-тоненьким, нам плотность не нужна. Промазываем весь ноготочек. Даже если у вас будут просветы, ничего страшного, мы сейчас все закроем. Промазали. Толстый слой не используем, чтобы у нас все просохло. А то, не дай бог, вот так вот не просохнет черный цвет, и вы выложите молочную базу. Конечно, это все на следующий день отойдет. Девчонки, как настроение? Начало недели, как продуктивная у вас будет неделя, или кто-то отдыхает. Сейчас у нас время отпусков, да, началось. Кто-то на море едет отдыхать, кто-то в другие города. Все хотят прям отдохнуть, лето почувствовать. Пока у нас те сохнут ноготочки, давайте еще один цвет сделаем.
тоже полностью я прокрашу. Это синий я взяла, 47, королева. Очень красивый цвет и красиво смотрится на ногтях. Тоже тонким-тонким слоем я использую его. Мне не надо плотность, это просто для прокраса. Все, нанесли, сушим. Черный цвет у нас высох. Теперь я буду использовать молочную базу Superflex Milk. Беру широкую кисточку, я потому что использую ее с баночки. И теперь, не вытирая липкий слой, мы сверху наносим тонким слоем базу. И когда мы сверху наносим молочную базу, цвет немножко приглушился. Не видно, конечно, на камере, что он немножко стал сероватый. Я вам потом поближе все покажу. Теперь я беру капельку, и теперь мы делаем выравнивание. Как мы делаем, да, всегда выравнивание? Мы сначала тонким слоем промазываем, и потом сверху ставим капельку и стягиваем ее вниз. Вот так же я сейчас буду делать. Спускаю капельку вниз. Теперь переворачиваю, потому что молочная база, она пожиже, да, чем гель. Поэтому надо с ней побыстрее работать. Беру тоненькую кисточку и начинаю распределять ее. Где около кутикулы можно немножко оставить цветом. Здесь я в серединку вот немножко спущу, чтобы равномерная база у меня была. Не было проплешин. Также на ногте вы делаете побыстрее, побольше переворачивайте, чтобы она в серединку у нас стекла. И не забываем, когда мы делаем сверху молочную базу, обязательно архитектуру ногтя смотрим, чтобы у нас продольные поперечные линии были ровные. Видите, вот этот черный цвет, он усиливает и дает глубину. Как бы очень красиво смотрится на ногтях. Так, вопрос. У вас прямые эфиры только в инсте? Да, у нас прямые эфиры только пока в инсте, в инстаграме. А, бывает еще и ВКонтакте, но мы пока остановились на инстаграме. Пока он работает, да, и с VPN работает. Все, сушим. Ну, смотрите, классно, да, получается на ногтях? Красиво очень, такой глубокий цвет. И давайте мы сделаем теперь голубой. Я возьму теперь не базу, а молочный гель. Я использую молочный гель Plaza Milk. Он плотнее намного и классно смотрится на ногтях. Он такой прям белесый, он хорошо укладывается. И с ним можно работать в технике выравнивания. Я его, не знаю, обожаю. У меня вот он тоже на руках. Я его очень люблю, потому что он сам по себе такой белоснежно-белый.
Теперь то же самое мы делаем, как мы с черным делали. Промазываю тонким слоем сначала, не вытираем липкий слой. Нанесли. И теперь ставим капельку и будем растягивать. Когда вы работаете с гелем, гель он немножко погуще, да, чем база. Сильно большую капельку не делайте, чтобы она хорошо распределялась и не было у вас большого объема на ногтях. И выкладываем капельку. Выложили около кутикулы и сильно на кисточку не давим, спускаем ее вниз. Хорошо, он совсем по-другому будет смотреться и так ярко прям, красивее. Можно этой кисточкой распределить немножко по бокам, около кутикулы. Но когда на ногтях выкладываешь за счет теплоты пальцев, он быстрее распределяется, чем на типсе. Теперь переворачиваю. С гелем, конечно, чуть-чуть подольше. Подольше надо подержать его в перевернутом виде. И теперь немножко тоненько кисточкой подсоберу, чтобы у меня получилась архитектура. Знаете, можете вообще любой цвет прокрашивать, очень красиво смотрится. Сейчас клиенты прям любят этот молочный градиент и красиво смотрится. Хоть он давно уже вошел в нашу моду, да, но все равно клиенты хотят его. Сделайте на своих ручках, и клиенты точно захотят, потому что вы двигатель торговли. Видите, как красиво смотрится. Хотите, можете побольше голубого оставлять, хотите поменьше, но он снизу все равно дает такую голубизну и красиво смотрится. Видите, как шикарно прям. Этот мы сейчас посушим. Вот что-то, девочки, я не спросила, как сегодня связь. Видно, не видно. Не зависает ничего. Слышно меня хорошо. Ну и теперь давайте прям градиент сделаем. Два цвета. Я взяла два цвета ярких. Напоминаю, кто только что присоединился к нам, что я промазала тонким слоем пластичной базы. Это вы делаете на ногтях. Так, возьму из новой коллекции лимонад 195 номер. Вот такой салатовый, шикарный цвет. Обожаю его прям. И опиум 79, вот такой яркий, насыщенный розовый оттенок. И теперь я буду делать градиент. Сверху я буду использовать розовый. Прокрашиваю половинку ногтя. И в стык прокрашиваю зеленый. Видите, какие плотные оттенки. Угу. И теперь беру тоненькую кисточку и делаю вот такие вот мазки. Вымешиваю наши цвета. В принципе, сильно идеального перехода нам не надо, потому что он закроется.
И кто не умеет градиент делать, это вот самый идеальный способ сделать молочную базу сверху и закрыть все косяки. Наверное, сталкивались с таким, да, что закрывали наши косяки иногда. И теперь переворачиваю кисточку и вот так вот горизонтально прям я вымешиваю цвета. Все тоненькой кисточкой мы будем работать. Самое главное, чтобы четкой границы не было, и все. Волосюшка попала. И вымешиваем. Все, когда вы перемешали, у вас здесь такой переход получился. Все, мы теперь это сушим и сверху будем молочный гель выкладывать. Кстати, у нас два здесь уже готовы. Можно подобрать какие-нибудь слайдеры, да, будет красиво смотреться. Вот такие вот голубенькие, думаю, я голубенькому сделаю, желтым очень красиво будет сочетаться. А к черному можно какую-нибудь надпись взять или можно какой-то листочек. Ну, наверное, надпись возьму, чтобы красиво смотрелось. А к тому яркому я вот выбрала вот такой слайдер. Это идут ягодки. Сейчас же лето все-таки. Начался сезон фруктов у нас, клубничка, да, черешенка. Хочется сочных оттенков на ногтях тоже. И теперь я буду использовать молочный гель. Также я прокрашиваю весь ноготочек тонким слоем. Прокрасила. Теперь беру капельку геля и выкладываю его в серединку. Отступаю немножко от зоны кутикулы и спускаю наш гель. Видите, границу он хорошо закрывает, гель, за счет своей плотности. И не будет видно моего перехода. Поэтому идеальный переход я прям не делала. Теперь беру тоненькую кисточку и немножко распределяю, чтобы было ровненько у меня, чтобы красивый был переход. То мы закрываем в основном серединку. И распределяем весь гель. Теперь переворачиваем. Выровню его, чтобы красиво все было. Прямо идеально все. Здесь, да, можно не докрашивать до краев.
чтобы был цвет у нас виден. Угу. Тоже красиво, знаете, напоминает арбузика. Сейчас и арбузы стали продавать. Ну, все достаточно выравнивать его. Сейчас мы еще наклеечку с вами приклеим какую-нибудь. И вообще идеальный будет ноготочек у нас. Так, сушим. Когда мы делаем молочный гель, всегда сушим 60 секунд его. Ну, давайте слайдеры повырезаем. Давайте какую-нибудь там с надписью возьмем. Это здесь цветочек сереньким. Вот этот неохота взять. Это слайдер V508. Здесь и надписи есть, и цветочки такие стильные. Идут рисунки очень красивые. Когда мы слайдером работаем, вырезаем поближе к рисунку. Нам лишняя пленка не нужна. Да, вот здесь я давайте какой-нибудь там фруктик приклеим. Вот такой вот апельсинку. Или лимончик, не знаю. Именно это. И еще какой-нибудь пусть будет у нас фруктик несколько, и бананчик вот такой вот давайте. И теперь давайте вот здесь мы сделаем так, у нас рисунок такой сочный градиент. Ну давайте какой-нибудь используем, на клубничку, например, чтобы не слилось. Вот давайте киви будем использовать и клубничку. Очень красиво будет смотреться, чтобы сочеталось у нас с ногтями. Смачиваем салфеточку в воде и выкладываем пока слайдеры на салфеточку. Пока третий, последний я вырезаю, я как раз у меня мои рисунки все размокнут. Выложили. Теперь давайте вот с этого начнем. Здесь будем печатать. Я беру штамп. Люблю слайдеры приклеивать штампом. У меня есть такой старенький специальный штамп. Я только его использую для слайдеров. Убираем лишнюю нашу бумагу. Смотрю сверху и приклеиваем наш слайдер. Здесь как стильненько получается. Теперь беру силиконовую кисточку и распределяю, и растягиваю эту нашу пленочку. Лишняя пленка нам не нужна. Если у вас прям большие зазоры получились, когда пленку разглаживали, вы можете использовать праймер вокруг наклейки. Здесь у меня все нормально. Я теперь беру, давайте матовый сделать. Я вообще матовый очень люблю, поэтому давайте матовый прям сверху покроем наш рисунок. Два слайдера, да, прикрепим. Давайте наш бананчик мы прикрепим вот здесь снизу. И апельсинку.
здесь сверху. Берем силиконовую кисточку, распределяем, разглаживаем хорошенько. Разгладили. Теперь сверху мы можем покрывать финишем. Ой, немножко разъехалась. Так, и давайте тоже матовым сделаем. Сушим наш слайдер. Так. И последний у нас остался с градиентом. Мы тоже туда фруктиков прикрепим, чтобы у нас так веселенько было, да? Давайте киви вот сюда вот прикрепим на розовый, а клубничку на зеленый. О, видите, как красиво очень получается. Теперь пленочку хорошенько разглаживаем. Сейчас я вот этот ноготочек вам покажу, как с праймером делать. Если он большеват, ничего страшного. Или можно пододвинуть. Сейчас пододвину. Или просто потом пилочкой можно подпилить. И теперь мы праймером вокруг нашей наклейки проходимся и приклеиваем эту лишнюю пленку к ногтю. За счет праймера, то что он липкий, он, у него действует, да, как двухсторонний скотч, он хорошо склеивает вот эти вот, вот эту пленочку, вот эти вот неровности, и сглаживает. Давайте матовым тоже покроем сверху. И теперь сверху покрываем матовым топом. И сушим. Вот, смотрите, наши два наших градиента уже высохли. Вот очень красиво смотрится вот такое вот сочетание, особенно под матовым, вообще прям круто. Вам нравится, девочки? Расскажите свои впечатления, дайте мне обратную связь. Может быть, кто-то постоянно делает молочный градиент, ваши клиенты хотят, просят. Давайте поболтаем. Так, и последний наш ноготочек. Вот он высох. Видите, как классно смотрится, ярко. Что, будем завершать эфир, девочки? Оставлю записи обязательно его. Вы можете потом пересмотреть его. У нас в телеграм-канале еще сохраняются эфиры, так что вы можете всегда пересмотреть эфиры. Всем спасибо за внимание. Очень рада была вас всех видеть.
Всем хорошей продуктивной недели. Пока-пока-пока.